сюда. Не мешайся. А, как-то так. Поскидывать бы вас всех мешал бы. Не связываться. А, что ж, не скинул. Ну ладно. Давай с одним кончаем. А вы последуйте его примеру. Ты живой, что ли? Да, ты же наживчик. Хорошо. Прощай. Уже вроде было больше, чем трое. Ну ладно. Так, еще ярости наберем. Так, где эти два паразита? Привет. Теперь тобой. Еще ярости. 10 минут это не обожжет. Плава повсюду. Цепись. Да бросьте. Так, окей. Мы все выше и выше. Ну, посмотрим, как у нас будут дела обстоять с самой Хель. Понимаю, с ней будем сражаться, как с главным боссом. Ребят, давайте лучше. Под огонь. Да хорош. Все равно слишком живучи. Так, окей. Один готов. Следующий. Второй готов. Так, сейчас бы лучше, наверное, живчик избавить. А что ж ты делаешь? Тихо, тихо. Так, живчик, иди сюда. Давай. Все, слава богу. Сейчас мы с тобой разберемся. А, что же так со спины-то любите заходить? Чай с ним. Мне нужно здоровье. Причем срочно. Окей. Ну, в принципе, половина здоровья это еще более-менее нормально. Так что поднимаемся. Жги их. Так, от живчика избавились, мы к нему с проблем убьем. Первый есть, надеюсь, хоть с кого-нибудь выпадет у нас. Еще немного здоровья. Давай, добивай уже. Так, третий сам сдох. Берем ярость. Идем дальше. Не успею уже подкрасться. Хотя... А, это вы. Пока так и не понял, в чем сила берсерков. Идут они, конечно, мощно, не останавливаясь, но ни урона, ни жизни, ни силы, в принципе, ничего нет. По крайней мере, не было замечено. Ой-ой. В огонь не лезь. Что это было? О! Ты так меня тут не забей случаем. Так. Ну, малявки вы точно не, не, не в состоянии испугать. Хотя в таком количестве. Так, давай-ка. Массовым ударом. Шам. Так, снова массовым ударом. Эй, еще живы есть.
А, вот оно что, ясно. Ребят, я как к шаману схожу, там займусь вами. Ну что, только два близко? Как бедный шаман. Прощай. Окей. Подожди. Подожди. Так, теперь займемся вашим другом, отцом. Паразиты. Кто еще хочет стать? Окей. Так, а тут нам куда? Есть поворот. Снова наверх. Давай. Одного. Тихо. Отдай мне свою жизнь. Не знаю, где-то восстановили их, но тем лучше. Сейчас мы до верха-то доберемся уже. Так, давай еще одну проткнем. Ну, катня снова. Неужели опять шаманов подсунули? Ну, по всей видимости, да. Да хорош уже. Так, ребят. Ой, живчик, это уже посложнее. Иди сюда. Не мешайся. Я пока с живчиком разговариваю. Теперь можно и с тобой. Давай, дохни уже. Окей. Так, что нас наверху ждет? Тут вроде нет шамана. Ё-моё, это уже чересчур. А, ну вот все в порядке. Окей, давай дохни. Мы все вверх и вверх, вверх и вверх. Так, нам вверх или сюда? А, у нас тут шаман вроде бы, да? А, паладин. Ой-ой. Ё-моё. Думаю, огонь до меня дойдет. Вроде нет. Окей, если мы сходим сюда, то может что-нибудь хорошее у нас есть. Хотя что здесь может быть? Парень, у тебя проблемы. Да успокойся ты, невротик. Неужели он научился под конец игры уклоняться? Да, прижал к стенке, сволочи. Да сколько можно? Окей. Мне нужно обойти его. Хорош крутиться. Гори, дружок, гори. А, последний удар не дал сделать. Ай-яй. Ты успокойся уже. Какой ты надоедливый, а. Давай бей. Так, второй, третий, четвертый, решающий. Отступаем. Давай первый. А, не мешай. Я мало жизни. Первый, второй. А. Ты какой ты живучий, мне. Интересно, если я сейчас погибну с самого начала, ведь ветки нет. Тихо. Из неров. Осторожно. Первый, второй,
третий, четвертый и последний. Отступаем. Так, первый, второй. А, плохо дело. Ой-ей. Что ж такое? А нет, вроде бы это не самое начало. Снова битва с паладином, что ли? Давайте. Сейчас как-то более осторожно начнем. А где он? Странно. Ладно, тогда пойдем выше. Что ж, шевеляться-то у нас есть чем. Хорошо, горите. Чай. Ярость поднабрать. Эх, обидно, что мы тебя не смогли убить. Следующий ход пропал. Это конец. Окей. Ладно, еще выше. Даже докончится тоже. Так строит. Тихо. Ребят, надоедайте. Хорошо, еще честь спалили, видимо. Сколько вас там было? Немало. Так, окей. Скидали еще часть. Идем выше. Там где-то там живчик. Так, окей. Ты пережил этот огонь. Ец. Успокойся уже. Так, предположим, что наши войска там продолжают еще как-то воевать с вновь прибывшими. На какой мы уже высоте? Сколько нам еще бежать наверх? Несколько однообразий уже надоедает. Еще паладин. Горите, ребята. Тихо. Давай, отдохни уже. Ой, началось. Так, ты... Малявку не убили. Мешаться будет. Ну иди сюда. Тихо. Так, контратака тоже не проходит. Так, давай-ка мы сделаем. Так. Лучше льда, по-моему, ничего нету. Так, давай, дружок. Скрываем тебе черепушку. Вот, сколько ярости. Малявка, ты, кстати, где? А, вот ты. Прощай. Так, и что у нас здесь? Проход дальше или... Я вообще зря это делал. Так, прорываемся. Смотрите.
Так, раскидываем. И пойдемте на более-менее прямую землю. Ровно с ним посражаемся. Так, добиваем тебя. И нужно подкопить ярости для будущего сражения. Тихо. Не наглей. Давай добивай мелкого. Как-то много стало. Так, проредить. Так. Давай. Дружок. Пора на тот свет. То сколько ж вас? Кошка, нужна помощь. Давай. Плохо дело. Малявка. Сейчас иду к тебе. А, не дали. Хорошо, давай. Остался ты один тут, живчик. Окей. Сейчас сколько ж можно. Что-то мы здесь уже подзадержались на этом месте. Им надо продвигаться дальше, иначе он будет бесконечно вызывать. Хорошо, идем дальше. Новенькие. Так, давай второй тотем тебя уничтожаем. Теперь быстро тебя. Хорошо, ребят, дайте ярость напоследок. Ну, сейчас она нам очень пригодится. Да ломай ты уже его. Все, кончаем с ним. И что нужно сделать, чтобы открылась эта завеса? Ярость. А, все, она сама открылась. Привет, Хейр. Мы с тобой виделись. По-моему, она злая. Так, противопоставим огню лед. Время тебя не пощадило. Опять тотемы. Так, смысл примерно понятен. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, это будет сложно. Не лезь в огонь. Давай, пока есть возможность. Хорошо, один у нас уничтожен. Скорее всего, открылся проход. К следующему, да? Или как это понимать? Да что ж такое? Так, ломай. Надоел. Ага, все, теперь у нас есть проход к следующему. Давай сюда. Тихо. Каким чудом надо это пережить, но... Тихо. Давай. Хорошо. Ждем, когда у нас пропадет здесь огонь. Давай быстрее. Хейль, не заставляй меня ждать.
Проблема. Тихо. Вы думаете, что-то обороняться будем? Вопрос. А, все, надо бежать. Бежать, бежать, бежать. Так, черт, все на это. Сволочи. Хорошо, давай. Все, мы здесь. А, я сейчас тут умру. Дай здоровье. Хорошо, хоть что-то для начала. С этим уже можно жить. Если бы еще не лезли. Тихо, не лезь в огонь. А, черт побери, а. Пиво. Хорошо, остался последний. Добраться до него живым. Проблематично будет, я понимаю. Тихо. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Таким чудом мы еще живы, но это ненадолго. Такими темпами. Дайте мне здоровье. Срочно. Хорошо. В принципе, дают тут достаточно немало. Не лезь в огонь. Черт побери, а. Так, все должно открыться. Ну. Хорошо, быстрее. Все, мы на этой стороне. Тихо. Без нервов. Ай-яй-яй. Сейчас умирать совсем... Да что ж такое? Сейчас умирать совсем не хочется. Уже близки к финалу. Тихо. О, что-то вас совсем много. Ну, ударь просто кого-нибудь. Тихо. Хорошо. Ай-яй-яй. Толкайте меня в огонь. И все. Ладно, будем осторожней. Надо сбрасывать этих чудиков. Окей, пока вроде живем. Хорошо, так. Давай еще удар. Теперь займемся тобой. Быстро. Так, бежать. Раз, два, раз, два, три. Все, хватит. Да, раз, удар, два. Очищаемся. Так, не того бьешь. Малявка. Окей. Да. Сжимают. Прощай. Здоровье бы опять немного. Хотелось бы с полным быть в основном. Лявка. Прошу, пока есть возможность. Да нанеси ты удар 2. Хорошо. Ай-яй. Что ж вы творите? Немного вас. Здесь хоть огонь-то вас бьет. Это совсем нечестно. Да, вроде бы бьют.
пойму. Не лезь ты в огонь, господи. Давай, раз, два, три, очищаемся. Иди сюда. Дарчик. Ай-яй-яй. Халявка. Да прекрати ты своим щитом. Думаю, сейчас лучше не атаковать массой. Тихо. Иначе мы опять убежим в огонь. Так, добивай его. Дай мне здоровье. Котня. Хорошо. Раз. Окей. Так. А ярость у нас так учит немного. Идти в огонь. Пропадай уже. Тихо. Хорошо, один готов. Сколько вас можно еще бить-то уже? Только не залезь в огонь. Хорошо, пропал. Давай, еще должен здесь. Хорошо, перебегаем. Или даже не стикара. Ладно. Тихо, не лезь. Не лезь в огонь ты. Опять у нас проблемы с жизнями. Все из-за огня. Давай пока просто обороняемся, потом попробуем нанести его несколько ударов. Иди, иди в огонь. Окружайте, сволочи. Тихо. Раз, два. Да что ж такое? Здоровье, 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 здоровье. Вот, хорошо, можно жить. Еще. Давай бей. Ай, черт, не успели. Еще здоровье. Давай. Все. Что дальше? Теперь надо как-то до тебя добраться, как я понимаю. Чертова хиль. Давай. Скидываем этих друзей. Да блин. Здесь в огонь. Ух. Тихо, 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 не нервничай. Так, ребят, щипнитесь. Здоровье. Можно жить. Теперь неизвестно, чего ждать. Успокоился. Либо иди в огонь, либо выходи сюда. Все. Ух. Что у нас теперь? Нет. К тебе не полезу. Это смерть. Ох, ты не вызываешь. Что нам делать?
Понятно. Что-нибудь произойдет? Да, естественно. Проходи давай. Ладно, черт, погибнем, но я даже к ней подойти не могу. Понятно. В чем тогда проблема? Так, ну, слава богу, по всей видимости игра заглючила, пришлось по новой мешать с тотемы. Так, окей, как теперь с тобой бороться? Ну, в принципе, примерно представляю. Ты у нас обычный великан, да? Тихо. Пока у нас есть лед, мы сильнее тебя. Но лед у нас скоро кончится. Тихо. А, все, что ли, уже? Прекрасно. Ладно. Главное не напортачить. Неужели с тобой та же самая техника? Да вы шутите. Ладно, давай. Я, собственно, не против. Первая нога пошла. Раунд 2. Окей. Вторая нога. Третья тоже сразу пойдет, да? Да. Так, окей. Происходит какое-то разнообразие. Ой-ой-ой. Так, сейчас меня откинет. Плохо дело. Тихо, ты в огне. Этого не надо. Ребята, отойдите сюда. Огонь вас толкнет, наверное. Малявка. Так, давай добиваем тебя. Кто-нибудь тут еще есть? Нет, все. Тихо. Так, на чем мы остановились? У нас какой на второй этап нас переместили? С самого начала, вроде бы. Второй. Так, окей. Он сейчас не напортачит. Так, хорошо. Давай. Как-то так. Это все, что ли? Так, в принципе, подумать, то не так уж и сложно было. Хотя нет, все жива. My death will not free Midgard. You are still a slave, child of Fenrir. Okay, сейчас, надеюсь, просветлеет, хотя вулкан вряд ли что-то изменится. So the great warrior knelt before Freyr and asked for his mortal freedom and the chance to claim his rightful place in Valhalla. But she refused him. Skarim was greatly angered by Freyr's words. And in that moment he knew that his bonds to the gods of Asgard would be the bonds of all mankind. The warrior looked towards the chains of Fenrir. And he tore them apart! And
And so the long winter came upon Midgard. And for many years, man endured the wind, the snow, and the ice. But endure they did. And when the thaw came, it brought with it fresh life, born into a new world, a world in which man decided his own fate, built his own Valhalla. And what of those divine beings? As foretold, they fell with the coming of Ragnarok, but they did not die in the mortal sense. Their essence is still here, in the shadows, in the sunlight, the falling leaves, the breaking waves. Ну что ж, это у нас все. В принципе, достаточно интересная история получилась. И понравилось огромное... масса людей на битве, я, по-моему, еще не видел ни в одной игре подобного, когда столько юнитов сражаются друг с другом. К сожалению, игра несколько однообразна, что, в принципе, становится скучно через какое-то время в нее играть. Приходишь каждый раз на территорию, выполняешь одни и те же действия, освобождаешь одних и тех же людей и снова идешь в атаку. Хотя битвы рекомендовали себе неплохо. Ну что ж, на этом, думаю, все. Всем спасибо и удачи!